Да это какой-то босс, по-моему. Пойдем, да. Пробегай. Тут, по-моему, по туннелю. Они почему-то возвращаются теперь. Мне кажется, они за тобой возвращаются. Или? Я хочу убить этого космонавта, слышь. Мы, мне кажется, стекло, Илья. Стекло? Это было бы смешно. Да дай мне убить космонавта. Ну тут стекло, я тебе серьезно говорю. Слышь, он умер. И я умер. Мы как бы убили друг друга, мы как этот. Пересвет и этот, монгол, я забыл, как его зовут. По-моему, все-таки там было стекло. А может и нет? Нет, но он умер, а теперь нам не надо будет с ним встречаться в ближнем бою. Тебя полечить? Сука, я ему голову отстрелил. Не теряй голову, братан. О, а где она? Не знаю, но ему теперь не выиграть, кто хочет стать миллионером. О, видал, как я под стольничком? Блин, дробак, конечно, на дальних дистанциях отсосный, а я потратил все автоматные патроны в перестрелке. Надо говорить, что нет никого, можно двигаться. Ну, пойдем. А где наши ребята, подожди? Да какая разница, они появятся, нам главное... Медленные какие-то. Нам управлять лифтом надо, а не париться о них. А, все. Зачем тут вообще аптечки тогда, я не понимаю? Если один играет, то... Я что-то с техникой, видимо, плохо дружу. Ассасин, спасибо за подписку. Блин, вот я единственное жалею, что я не мог постримить Е3, там такие лолзы, конечно, бы. Я думаю, мы славно поржали. Ты видел, мы забыли о Нио, но он как бы уже ждал нас тут. Он как перед лифтом появился. Нормально, я всегда с Анилом. Он мой мишка ласковый. Так, что, куда надо? Ну, Анил тут стоит, значит, сюда. Парни! У них кто-то на столе у лежал. У них совещание было, короче. Кастинг такой. Я прервал его. Только не турели! Я когда-то не знал, как выговаривается это слово. Помните, ребят, в чате? Ой-ой-ой! Нет, вот это стекло. Слушай, я не могу победить ее. Слушай, для механического организма она довольно косая, но я тем не менее умер. И воскрес. На что ты намекаешь? Не на что. Ой, там еще сзади эти рашки. Не, ее даже гранат не берут. Нам это какая-то задача. Как-то обойти надо и отключить, что-то такое было. Анил что-то приуныл, короче, надо пробиваться. Я это... Ой, не. Героя не вышло, братан. У меня нога отвалилась. И у меня тоже, похоже. Без ноги можно жить. Там этот серьезный был парень, его надо как-то это... раскатить издалека. Ну, это вот потный момент. Я даже рад, потому что мы уже как-то совсем на ищих последние 2 часа были. Я уже расслабился даже. Так, турели как-то обойти надо. Привет, ребят. В этот раз как-то не получилось. Красиво-то. Нормально. У них турели. А у меня мозг. И никогда техники не перехитрить человека. Слышь, я нарвался на большого парня. А ты где? Я тебя не вижу. Да все, я уже умер. Нет, ты не умер. Да не отхилишь. Отхилишь? Там космонавт вообще жирный, как скотина. Это чудо! Это чудо! Я верю в чудо! Я буду ходить! Так, а как турель-то включить? Я около него! Ой, космонавт вот. Пришел к турели! Ничего себе, как ты мне быстро помогаешь! Ты был готов к этому, что ли? Чуть не понял. А что космонавт меня убил и ушел, я не понял. Ну, надоело ему. Блин, почему ее нельзя взять и размотать его? Так, главное нам обоим не упасть. Ты упал, да? Да. Слушай, я реально не... Слушай, тут дверь. Ой, я упал теперь, Илья. Блин. Я умер. Все. Пусть спали. Не получилось. Слушай, когда я тебя поднимал, реально пулями вообще не попадал. Тут плохо вышло. Мой косяк. Я не знал, как зайти, потому что космонавт прям над твоим телом встал. Кстати, а ты видел игру Ark вообще? Ты пробовал в нее поиграть? Что-то типа раз Я смотрел стрим, по-моему, это неинтересное говно. Ну что он так долго в топе держался? Ну, все новое держится первые 2 недели в топе. 3.
Ой, я что-то вообще туплю, короче. Нас расслабили. Не. Давай, оббегаем ее, короче. Тут космонавт. А, это не он был, походу. Тут нет компа. Пойдем туда, направо, короче. Ой-ой-ой. Закрыто. О, этот придурок выбил окно. Да, задача с турелями оказалась тривиальна, прямо скажем. Захопом, ага, фуловая теперь. Я поднял аптеку. Так, двое впереди есть. Космонавты? А там турель стоит, кстати, прям в проходе. Мы ее не обойдем явно. Ну, по боку надо как-то. Наши рвутся прям вперед. А, вот сбоку. Да, пошел. Я не могу запрыгнуть, что за отстой? Там можно обойти справа, короче. Да, я пошел, справа. Я за ней. О-о-о! Ой-ой-ой! Ребят, вы откуда? Все, я выключил ее. Красавчик. Красавчик. Заперто. Нам еще одну выключить? Типа нам все выключить надо, что ли? Вывести из строя боевой комплекс Сулак и установить обстрел. Ну, это надо на... Вот тут большой компьютер какой-нибудь. Вон, да, боевой комплекс. Я займусь этим. Блин, я тоже хотел. Ну ладно, давайте посмотрим, как это будет. Все, вот. Ща эпик, наверное, будет. И уничтожить аппаратуру, чтобы ничего не было. У меня кто-то стреляет? Слушай, по-моему, кто-то жив остался. Ой-ой-ой. Охренеть. Как в новом Терминаторе. Да что за перестрелка-то? Кто? Опять? На нас летит огромный кусок говна, зацени. Я смотрю. Посмотри, как он в текстуре. Слышь, пусть долетит, пусть долетит. Интересно, что будет. Че за отстой? Где эпик столкновения с воздушными сферами и все такое? Пролетал насквозь. Мы только час играем, а окажется, что уже всю жизнь. Блин, Илья, ты опять обошел? Ну, у меня связь опять в топе. Дед Пинг, по-моему, просто. Какой пинг смысл? Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Надо еще один уровень пройти и перерывно перекусить. Блин, я обычно, если перекушу, я прям вообще липну. Не дай бог опять нигеры пойдут, я ж могу и в обморок упасть. Да, мне кажется, чужие еще вернутся. Вернутся? Ну тогда можно и перекусить. Если они будут прыгать тебе на лицо каждый раз, я прям готов в этот момент и кушать. Звуки в космосе, ну да. Взрыв реально слышно было в космосе, это смешно. Кстати, а нам не показали, как с нами столкнулся этот кусок? Да. Но... Недоработочка небольшая. Ну, мелочь. На фоне остальной игры. Вообще не смотрится, прямо скажем. А будет сейчас какая-то перестрелка? Там, мне кажется, вот на Земле кто-то это гуляет. Ну, не на Земле, на планете какой-то. Ой, Илья, ты посмотри, ты прыгал сейчас только? Смотри, и тень твоя прыгает. Ты видишь, вон на стене? Ага, слышу, вон. Смотри. Можно театр, короче, теней проворачивать. Ну и отстой. Че, начинаем перестрелку или че? Да хз, за Беллы, очевидно. И опять чужие появятся. Или мы сейчас будем бороться с обломками какими-то? Действительно странно. Странно, что игра до сих пор не вылетела. Ей прям тяжело работать. Воу-воу-воу. Блин, вообще было бы классно, если бы этот эпизод вообще без монстров был. Мы бы чисто пробежали по кораблю. Все бы падало, и мы бы бегали просто. Пока все так и идет. Мне кажется, кто-то одного уровня с тобой создавал эту игру. Знаешь, у него были похожие идеи. Тебе стоит попробовать написать сценарий к Терминатору 6. Кекс! Меня сдувает! Я как Джеки Чан в доспехах бога. Вот, все, тебе нормально.
починил. Его вдувало, а не сдуло. Да, пожалуй. О, слышал, но это уже явно не люди. Что там, обосрался кто-то? Не-не-не, был звук типа... Ага. Ну я радар включил. О, давай посмотрим. Красота. На радаре чисто. Да хватит смотреть в окна, че за отстой? Пойдем это играть. Часть геймплея. И опять музыка. Сейчас нас запрессуют, наверное. Начинается хоррор. Пока Анил опять дверь ломает. А, нет. Насколько шизолейшн все-таки. О, огнемет! А-а-а! Подгорел ли я? Ну, немножко, немножко. А чё эти... А, эти намекают нам, чтобы мы дверь... Ой-ой-ой! Блин, да что такое? Жги их, слышь? Опять нигеры, сейчас. Жечь негров, так. На какой огнемёт? Жги негров. На колесо покрути. Слушай, походу у меня нету огнемета. Нельзя было переключаться с него, походу. А, вот он вывалился. Не выкидывай огнемет. Это такой отстой. Курочки жареные. Ладно, оставь, оставь огнемет. Пока в покое. Я пошел. Все. Почему они не горят? Я же их поджигаю. Как? Как в 41-м? Пойдем, пойдем дальше. Слушай, блин, слышит, парень уже много раз я видел его труп. Он как будто умирает снова и снова. Как Том Круз в фильме «Грань будущего». А я не смотрел, кстати. Ну, нормальный такой фильмец. Концовка, правда, говно. Блин, короче, его выкидывать нельзя. Хочешь потаскать? Хочешь потаскать огнемет или? Да не хочу я его таскать. Но он тяжелый, наверное. Да. Блин, почему эта игра «Чужие» называется? О, я тут негр в какую-то эту ушел. Ой, меня поднять надо. Боюсь, мы этот уровень сначала начнем, с не поднимешь. Давай, поспеши. Сделано. Где мой огнемет? Ага. Чё все взрывается-то, вообще не пойму. Ой, всосало, а меня всосет, интересно, Илья? Ну давай. Сосет? Нет, закрылось, походу, все. Блин. А чё это за игра, типа, про клинера какого-то, где надо в космосе чистить стены? О, кстати, может поубираемся? Может сегодня день космоса, может убираться пойдем потом? Ну давай поубираемся, сейчас еще поиграем. Блин, что меня взорвало, Илья, мне надо это... Поубираться можно, кстати, и этого взять, какого-нибудь факера с собой, если он пойдет. Или мобстера. Мобстера заставить убираться, это штопчик. Так. Пока не могу, братан. Вот теперь могу. А ты чё умер-то? Я это, уснул, задремал. Так, ладно, я тогда я прорвусь и активирую сейф лоад. Давай, давай, я смотрю за тобой. Ты меня прям так... Ща родишься. Ща, вот роди день. Меня, Илья. Вот у тебя есть Белла, используй. Анил, куда мы? Все взрывается-то, мать твою. Ты родился уже? Нет, я все еще в тебе как бы смотрю. Как же медленно я хожу, когда у меня палец в ухе. Блин, почему хотя бы одна дверь тут не откроется сама? Почему я все взламываю? Мне кажется, я в лифте появлюсь сейчас, если ты нажмешь кнопку. Ну. Я должен тебе сказать, похоже, я никогда не появлюсь. Вернись, я все прощу. Жареные пельмени, кстати, ничего, так я не знаю, что в чате спорят. Их надо сначала пожарить. Да. Ну, я, в принципе, достаточно, чтобы они были просто разморожены. Ну да, короче. Типа реально норм. В Китае вообще едят только жареные пельмени, если что. А мы скоро все будем в Китае. Слушайте, этому парню вообще очень не повезло, уже четвертый нахожу труп его. Его кто-то таскает просто. Как талисман, знаешь ты. Во, опять пятый. А может это братья, знаешь, короче. Да я говорю, атака клонов. Все, ты родился или ты все еще Анил? Не, я все еще за тобой смотрю. А, во, родился. Слава богу. Я догоняю вас. Я стреляю по кому? Она правда уже...